Всем огромный привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу вам показать неудачные рецепты с YouTube. Не вздумайте их ни в коем случае повторить. Вот первый рецепт у меня, допустим, с канала «Голодный мужчина». Будьте очень осторожны вообще с десертами, которые делаются в микроволновках. Смотрите ингредиенты, сами анализируйте. И к тому же все, что у меня получилось, вот этот вот тортик супер-пупер шоколадный, как мне там говорилось, будет, он очень будет вкусный и нежный. Я не смогла его вытащить, а когда вытащила, ребят, я попробовала, это было отвратительно. Он, к тому же, он весь мялся в комочек, тесто было сырое. И еще один рецепт неудачного тортика всего из трех ингредиентов. Масло сливочное, сгущенное молоко и хлопья шоколадные. Ребят, не вздумайте тоже повторить этот рецепт. Вроде все просто, красиво, так интересно все это показывают. Но на самом деле все эти хлопья размягчаются, пропитываются, становятся влажными, они не хрустят. И это, честно вам скажу, полная ерунда. И все это хорошенько взбиваем. И добавляем туда хлопья для завтрака. Нужно теперь хорошенько это все перемешать. Убираем в холодильник на несколько часов. Бабушка испортила. Что? Пропитался. А кто это? Ерунда полная. Он не будет... Его надо сразу было есть. Он не будет хрустеть сейчас. Подожди. Как ты надеешься, что он хрустит?